такой философ Юм, который тоже, как Беркли, исходил своей философии из ощущений или впечатлений субъекта. По вопросу об источнике ощущений он занимает агностическую позицию. То есть нельзя познать, то ли это дает истину, то ли не дает. То есть не дает истину. То есть ощущения нам что-то дают, но истинности не обеспечивают. Он считает невозможным следовать в этом вопросе за Беркли, ссылаться на наличие всемогущего существа, так как никогда человеческий опыт не может доказать существование божества. То есть вот есть некоторый прогресс. Но Юм не следует и за материализмом. Человеческому уму недоступно ничего, кроме образов или восприятий. Вот это такой крайний такой. Философская тоска такая из своего рода. Ничего мы не узнаем, вот, кроме образов и восприятий, и все. Никакого движения вперед. По сравнению с более поздними течениями того же самого Гегеля, который является объективным идеалистом, который говорит, нет никакого агностицизма, все познаваемо. Все познаваемо, и нет никакой вещи в себе, как у Канта. Спиноза, 1632-1677. В основе философии Спинозы учение о единой всеобъемлющей субстанции. Спиноза решил ту проблему, которую не мог решить Юм. Ну, своеобразным образом. Он объявил, что вот эта природа и Бог – это одно. Обожествление природы или, наоборот, материализация Бога. Поэтому вот она тут присутствует, Бог везде, во мне, в вас, в столах, в потолке. Все это Бог. Природа – это Бог, и Бог есть природа, и мы есть Бог, и все есть Бог. И поэтому вот эту проблему, вроде как, борьбы материализма и идеализма он решил, но это не удовлетворило ни материалистов, ни идеалистов. Потому что вопрос, если даже вы считаете, что это Бог, так все равно надо еще доказывать, что это Бог, а доказательств нет никаких. Вот Спиноза считал, что есть некая вот эта субстанция, это то, что существует само в себе и представляется само через себя. Она безначальна, вечна, бесконечна, неделима, но у нее есть атрибуты, то есть то, без чего она не существует. Атрибуты субстанции выражают ее сущность. Субстанция без атрибутов – голое существование того, что существует. Без атрибутов нет субстанции. Атрибуты – это эти качества, которые не могут уничтожаться, изменяться. Это протяженность и мышление. То есть для субстанции характерно, то есть является ее атрибутами и протяженность и мышление. Спиноза отрицает существование врожденных идей, признает наличие у человека способности приобретать знания. Задача отыскания научного метода заключается в том, чтобы проследить тот путь, которым мы приобретаем истинные идеи. Ну, это, в общем, здравая такая мысль, да? Как вы добываете эти идеи? Выделяет Спиноза 4 способа приобретения знаний. Первое – знание понаслышке. Это вы тоже знаете. Где-то слышали, где-то передавали, кто-то сказал. Или по какому-то произвольному признаку. Вот Спиноза его отбрасывает. Второе – знание из беспорядочного опыта, то есть опыта, который не определяется разумом для житейского обихода. Третье – знание о сущности вещи заключаем по другой вещи, по некоторому следствию, находим причину. Это хотя и научный путь, но он не дает нам внутренне достоверного, строго необходимого знания. Так. Интуиция у Спинозы – рационалистическое, чисто умозрительное познание сущности вещей. И только интуитивным способом мы безошибочно познаем существо вещей. Отдельной фигурой стоит Готфрид Вильгельм Лейбниц, 1646-1716 годы.
Лейбниц свое учение обосновывает, исходя из двух положений. Ну, вы знаете, что и Ньютон, и Лейбниц, кроме того, что они философствовали, они еще являются основателями дифференциального исчисления. Они открыли дифференциальное исчисление, и в этом смысле они, конечно, являются крупными математиками. Лейбниц свое учение обосновывает, исходя из следующих положений. Субстанция, как исходное начало, должна отличаться абсолютной простотой и неделимостью. Субстанция должна обладать способностью действия и самостоятельностью. Ну, вот как вы видите, это по существу наделение субстанции тем, чем бы хотел ученый, чтобы она была. Тут есть какой-то есть в этом субъективизм. Как простая сущность, она не может быть протяженной и находиться в пространстве, так как пространство бесконечно делимо. Потому монада, а Лейбниц представил мир как мир таких вот атомов, но который обладает еще и свойством разума, каждый. То есть каждый представляет собой нечто не только материальное, но и одновременно и разумное. Монада не может быть ни физической, ни геометрической точкой. Она есть метафизическая точка или центр деятельной силы. Так как материя в VII веке пассивна, и только духу присуща способность непрерывной деятельности, то монада – это духовная субстанция. Монады вечные и неизменные, они индивидуальны. Единство и согласованность монад есть результат божественной предустановленной гармонии, который превращает каждую монаду в живое зеркало Вселенной. В учебнике Лейбница о монадах переплетается его метафизика, то есть божество, предустановленная гармония и диалектика, принцип самодеятельности субстанции. В учении о познании Лейбниц – рационалист. Врожденные идеи находятся в интеллекте в зародышевом состоянии, неосознанные и лишь постепенно развиваются до полного осознания. Так, а кто управлял этой вот машиной, которая здесь? Она тут все время гудит. Никто тут не специалист, нет? Написано не выключать компьютер, он работает и шумит. Не слышите? Не будем пробовать, чтобы не отвечать за него. Я сюда перейду. Так. Философия нового времени. Следующая тема. Философия нового времени. Вот. Тут у нас такие будут и пункты. Философия эпохи просвещения и основные идеи и принципы немецкой классической философии. Философия эпохи просвещения. Это XVIII век. XVIII век в истории мысли не случайно называют эпохой просвещения. Научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, наконец, появляется не в том, что он не может познать, а уверенность в том, что он может познавать, его безграничные возможности, прогресс наук. Вот пафос эпохи просвещения. В Англии философия просвещения нашла выражение в творчестве Локка, Толланда, Коллинза, Шефсберги. Завершают английское просвещение философы шотландской школы Рид, Адам Смит, Юм. Во Франции это Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дидро, Д'Аламбер, Кондильяк, Гольбах, Ламетри. В Германии носителями идей просвещения стали Лессинг, Гердер, Иммануил Кант. Особенностью французского материализма была ориентация на естествознание, прежде всего на механику. Важнейшей теоретической опорой французского материализма было естествознание. Небесная механика, созданная трудами Коперника,
1473-1543 годы. Галилея, 1564-1642. Кеплера, 1571 год, 1630. Подорвала библейскую космологию. В результате разработки земной механики обнаружилась несостоятельность аристотелевской физики, включенной средневековыми схоластами в христианское учение о природе. В работе Ньютона 1643-1727 годы «Математические начала натуральной философии» механика приобрела внутреннее единство и относительную завершенность. И это и оказало влияние на их материализм. Он механистичен. Что касается просветительской трактовки человека, то французские материалисты утверждали, что человек по своей природе добр, и его нельзя осуждать за стремление избегать страдания и любить удовольствие, поскольку такова природная сущность человека, а все природное – хорошо. Так что, если у кого есть деньги на удовольствие, так сказать, мы вас поздравляем. Но если нет, ну что делать? В XVIII веке вновь возрождается та тенденция в решении индивидуального и всеобщего, природного и социального, которая характерна для некоторых школ античной философии. Поэтому французские материалисты исходили из того, что человек есть существо природное, а потому именно чувственные склонности рассматриваются как основное определение человеческого существа. Ну, вы знаете, что тогда еще понятие человека такой такой ясности, прочности, извершенности, как вот у Энгельса, например, не получило. А у Энгельса человек определяется как животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Основные идеи и принципы немецкой классической философии. Немецкая философия конца XVIII, первой половины XIX века есть завершение традиции классической европейской философии в целом. Традиционно немецкую классическую философию связывают с именами Иммануила Канта, Иоганна Готлиба Фихте, Фридриха Вильгельма Шеллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Человек в немецкой классической философии перестал быть статичной фигурой. Немецкая философия антропологична в широком смысле этого слова. Для Гегеля человек – это необходимое завершение развития идеи. Для Фейербаха – главная эмоциональная жизнь человека. Человек – не пассивный отпечаток природы. Немецкая классическая философия – это философия деятельности, активный субъект познания, переживания, преобразования и творения мира – центр немецкой философии. Духовный мир наполняется нравственными, эстетическими, религиозными ценностями. Жизнь духа – это не только жизнь рассудка, миф, иллюзии, воображение не изгоняются из предмета исследований. Сфера социальной жизни, истории – предстает как целостное и подчиненное объективным законам явление. Труд, прогресс, свобода прочно входят в круг исследуемых проблем. Творчество Иммануила Канта, если выделить его отдельно, 1724-1804 годы, делится на два периода – докритический и критический. В работах докритического периода Кант – эмпирик. Он занимается проблемами естествознания, происхождение Солнечной системы, взаимосвязь приливов и вращения Земли, история человеческих рас, классификация животного мира. Критический период начинается с 70-х годов. Основные работы этого периода – критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. Но вы, наверное, знаете, что, как говорил еще Гегель, Кант поставил величайшие вопросы, которым человечество бесконечно ему обязано. Но ни один из этих вопросов не решил, как сказал Гегель. То есть он сформулировал антиномии, и до понимания, так сказать, по существу противоречия, как потом они представлены у Гегеля, как единство противоположности, не дошел. Кант наиболее известен своей теорией «вещи в себе», про которую он говорил как
о чем-то очень высоком, изысканном, а смысл ее был в том, что познать нельзя. Что представляет собой эта вещь? Человечеству это не дано, узнать об этом ничего нельзя. И это дало возможность потом Гегелю с этой вещью в себе разделаться критически очень просто. Говорит, мы очень хорошо знаем, что такое вещь в себе. Это то, о чем вообще ничего не дано знать, и ничего и невозможно узнать, что это пустая, неживая абстракция. И на этом, так сказать, вот эта мода на вещь в себе и пропала, ушла из философии. Потому что Гегель употребляет понятие «в себе», но для него это нечто внутреннее, что постигает человек и все по нему, постигает все глубже и глубже. Гегель считал, Гегель 1770-1831 годы, считал основой всего существующего некое безличное духовное начало, абсолютную идею. Гегель – абсолютный идеалист. По своей природе она – начало деятельное в процессе своего диалектического саморазвития. Идея проходит три основных этапа. Первый этап – логический, когда идея действует в стихии чистого мышления и развивается в форме чистых логических сущностей. На этой ступени абсолютная идея выступает как система логических категорий и понятий, как система логики. Эта часть учения Гегеля изложена в его «Науке логики». На втором этапе идея отчуждается в природу, которая является инобытием идеи. Учение о природе Гегель изложил в философии природы. Высшей третьей ступенью саморазвития идеи является абсолютный дух. Этому посвящена философия духа. На этой ступени развития идея, обогащенная всем предшествующим развитием, возвращается к себе и получает необходимую конкретность. Форму конкретизации идея получает в облике субъективного, объективного и, наконец, абсолютного духа. Вот так выглядит в целом философия Гегеля как философия объективного идеализма. Но я уже говорил, что из всей вот этой огромной системы философской и Гегеля, и другие его работы пережила известная работа «Наука логики», которая содержится в систематическом виде изложенной диалектика. И точно такое же имеет значение эта работа, как работа Аристотеля, в которых разработана формальная логика. И на сегодняшний день мы имеем формальную логику, которая исключает какое-то третье, или А, или не А, третьего не дано. И гегелевскую логику или диалектическую логику, в которой непременно должны быть взяты и увязаны между собой прямо противоположные идеи, прямо противоположные мысли. Вот эта предпосылка, это утверждение, что третьего не дано, снимается, убирается, поэтому и А, и не А одновременно. Отсюда и, вот скажем, понимание чего-то движущегося, изменяющегося. Вот скажем, если я вас спрошу, вы равны самой себе? Это первый тезис. Да или нет? Как? Я и равна, и не равна сама себе. Но если вы и равны, и не равны, то почему на вопрос «равны» вы не ответили, что «да»? Мне непонятно, как-то вы стали, вас там кто-то, вот суфлер там вас сбивает. Ну, раз вы и равны, и не равны, то на вопрос «равны» можете сказать? Да, сказать можете? Да. Можете, да. Второй вопрос. Вы не равны самой себе? Да. Тоже да. Вот тогда будет все в порядке. То есть вы должны, так сказать, спокойно это утверждать, потому что раз вы и равны, и не равны, то вы можете и на первый вопрос ответить «да», и на второй «да». Значит, и что означает, что вы равны и не равны самой себе? Что это означает? Это означает то, что я и со своими словами, да, или нужно что-то у Маркса делать? Зачем вам Маркса? Чего вы так, у вас что, нет своих слов? Своими, конечно. Это означает то, что когда я послушаю лекцию, я буду уже чуть умнее, чем я была, когда входила, но в то же время я остаюсь сама.
Но в то же время мои документы все еще лежат в учебном отделе, и я продолжаю. То есть вы когда пойдете в учебный отдел, там вы будете наставить на то, что вы равны самой себе. А здесь вы будете ставить, что не равны на экзамене, правильно? Что вы уже знаете больше, чем вы знали до изучения этого курса. То есть, а что мы, собственно, этим изображаем? Этим мы изображаем вот такими двумя этими утверждениями, мы изображаем движение, изменение, правильно? Изменение. Вы же изменяетесь? А как это выразить? Если я изменяюсь, то если я сделаю упор на слове «я», то значит я равен самому себе. Если я изменяюсь, значит, я не равен самому себе, потому что если я не остаюсь равным, я не изменяюсь. Такого нету. Ничего такого нет, чтобы не изменялось, правда? Поэтому нет ничего, не только вас нет, вообще ничего нет такого, чтобы не изменялось. Вы можете привести пример чего-нибудь, чтобы не изменялось? Нет. Значит, а? Река, например. Как же она не изменяется, когда в ней все время меняется вода и в ней меняется русло? Постоянно. Ну, например, горы, горы. Ну, горы. Горы все время меняются. Там даже землетрясения бывают в горах. Тем более сходят лавины с этих гор. Горы-то вы должны брать вместе со всем. Они все время меняются, выветриваются. Камни выветриваются. Знаете, какие бывают камни? Причудливые такие образования. За столетия или тысячелетия они приобретают такую причудливую форму. А в мелкие трещинки затекает вода, мороз потом раздвигает эти самые камни, потому что когда вода замерзает, она расталкивает. Все время совершается, поэтому они все время изменяются. А что, они вечные, что ли, эти горы? Они что, не появились в результате движения, которое было на поверхности Земли? Вулканы, когда появлялись целые каменные острова, потом остывали, были горячие. Как? Все время они менялись. Что вы такое найдете, не изменяющийся? Не найдете. Но сейчас мы говорим не об этом, не о поиске, а о том, что мы привыкли как бы брать одну сторону. Ну вот есть стул и есть, но это на самом деле это стул, который находится в процессе своего изменения. Правильно? И вот эта идея, вот идея изменения, она еще по-разному в других категориях себя проявляет. Мы на этом еще будем останавливаться, но самая простая трактовка изменения вот уже дана. И равенство, и неравенство с собой. И как это вот в категориях выражается у Гегеля? Вот у него равенство с собой называется в себе бытие. Кажется, равенство с собой – это момент, правда? Нельзя же взять, вырезать кусок какой-то из вас и сказать, это вот кусок. Он не изменяется, а вот это все остальное изменяется. Не так. То есть все находится в движении, все подчиняется этому правилу. И равенство с собой, и неравенство с собой. Вот это равенство с собой у Гегеля называется в себе бытие. Так оно и переведено. В себе бытие нечто. И кажется, что это какое-то такое словоупотребление странноватое, правда? А если я вас спрошу, вы сейчас в себе или не в себе? Что значит в себе? То есть равны самой себе, правильно? А если не в себе, я сейчас вот встану и начну на вас кричать. Это что будет означать? Я вышел из себя. Правильно ли? Вы спросите, а вы что, не в себе, Михаил Васильевич? Придите в себя и продолжайте лекцию. Где вы находитесь? Вот университет, институт истории. Ну что вы тут бегаете, кричите? Правильно? Или я к вам пришел, спрашиваю, а вот могу я вас спросить? Говорит, сейчас я приду в себя, и тогда спрашивайте. А где вы были до этого? Так же говорят, я приду в себя. Это что значит приду? А где? Откуда? Из не в себе, правильно? Во все. То есть это и в языке закреплено. Но если мы не будем внимательны к этому языку, мы не заметим. Если мы будем внимательны к нему, то мы можем это увидеть. А что такое бытие для иного? Это не иное. А бытие для иного. Вот у нас сколько народу живет в России, вот таких людей очень много, которые все время считают, что это Россия не такая страна, такая плохая, все. Вот там все хорошо, у нас все плохо. И они так и будут у нас жить. Они туда и не поедут никогда.
Поэтому они всего лишь не иное, а бытие для иного. Это наши люди. Они здесь живут. Они, может быть, даже уже ненавидят Россию, но будут здесь жить, потому что туда поедешь, там они вообще никому не нужны. Скажем, есть такое понятие, как компрадорская буржуазия. Это какая буржуазия? Российская? Российская. А от чего она свои деньги получает прибыль? От уничтожения отечественного производства. Если я уничтожил какое-то производство, то я от этого деньги получил. От кого? Оттуда. Пример. Вот у нас есть Дерипаска такой у нас, известный капиталист. Помните, у нас «Волга» ходила машина? Все время пользовалась спросом. Потом прекратили ее модернизировать, потому что вообще любой автомобиль, он нуждается в том, чтобы все время шло развитие, все время разрабатывали новые образцы, делали более совершенным и так далее. Но он, тем не менее, все равно пользовался спросом. То есть надо было что-то решать, как-то надо обрубить было спрос, потому что чем больше спрос на «Волгу», тем меньше спрос на иностранные автомобили. Надо этот рынок было занять. Что для этого надо сделать? Взялся за это дело Дерипаска. Что он сделал? Он купил самые худшие линии для производства самых худших автомобилей, какие были в Америке. И стал производить... Для этого надо было снять линию, которая производила «Волги» на Нижегородском заводе. Так. И начать производить «Крайслер». А «Крайслер», вот, так сказать, он как бы чемпион по плохим автомобилям. Вот эту привезли, не на помойку выбросили линию по производству «Крайслера», отвезли в Россию, выкинули на помойку линию по производству «Волги», поставили линию по производству «Крайслер». Все везли, все составные элементы из Америки. То есть, если вот они не привезут бампера, не будет бампера. Не привезут каких-то запчастей, не будет этих элементов. Поэтому все усилия там, правительства России, вроде того, что мы будем доплачивать 50 тысяч тому, кто купит «Волгу Сайбер», корову на колесах, которую создали там с помощью этого «Крайслера», мы будем доплачивать 50 тысяч от правительства Нижегородской области за это дело. И за сдачу чего-то в училище еще 50, уже 150 тысяч. Покупайте. Но они не стали производить просто в достаточном количестве. Вот есть малое количество, производят, и все. В итоге никакой ни «Волги» Сайбер нет, а той «Волги» нет. Все, задача решена. Или вот помните, Владимир Владимирович Путин ездил на «Желтой Ладе» и рекламировал ее. Это целая эпопея была на Дальний Восток. Едет, вся страна смотрит. Ну и кому теперь принадлежит завод у вас? Чье это предприятие? Российское? Французское? Японское? Какие фирмы? Какие компании имеют... Французское и японское. Рено, Ниссан. Так что рекламировали тогда? Рено, Ниссан. У нас еще есть... Вроде бы как отечественная машина легковая, единственная и последняя, ульяновский, УАЗик. Неплохая вроде машина. И написано «Патриот». А на каком языке «Патриот» написано? Это какой страны «Патриот»? Вот даже вы сомневаетесь, что сказать, да? Вы можете себе представить, американцы сделали бы машину какую-нибудь себе и написали его по-русски «Патриот». Очень смешно было, правда? А тут, конечно, сделали патриотическая машина «Патриот». «Патриот» – это же... Ну, это вот бытие для иного. То есть, как бы вот здесь живут, здесь делают, а все равно куда-то смотрят туда. И останутся здесь же, и здесь и будут продолжать. И они не противники нашей Родины, они как бы вот наши люди все. Но они наши, но вот с таким вот моментом. Момент. Это не часть и не элемент. Это момент.
Мы еще к этим вещам вернемся, когда будем рассматривать специально вот диалектику, применение к общественным процессам. Но уже сейчас мы можем сказать, что, конечно, вот разработка Гегелем диалектики, она разрешила те антиномии, которые были к этому времени еще и греческими, древними мыслителями поставлены, сформулированы, и она разрешила и проблемы, которые поставил Кант и не смог разрешить. Гегель вот эту задачу решил и построил научную систему. А что такое научная система? Это система знаний, которая имеет начало как неразвитый результат, мы об этом уже говорили, и результат как развернутое начало. Начинает с самого простого Гегеля и двигается вплоть до абсолютной идеи. А абсолютная идея – это единство. Отражение мира идеи – это идея теоретическая. И идея преобразования мира – это идея добра или блага. Вот, а абсолютная идея соединяет две эти идеи. И вот этим заканчивается в науке логики изложение диалектической системы Гегеля. Причем, если во многих местах это непонятное произведение, в конце очень даже понятное, поэтому его можно читать как детектив. А именно взять последние страницы и прочитать. И сказать, знаем, кто шпион. Так, следующий – это философия. Так, Людвига Фейербаха. Людвиг Фейербах, 1804-1872 год. Свою философию назвал антропологией. Ну, логос – это знание, антропа – это человек, знание о человеке. Человек – это жизнь, ума и сердце. Человек неотделим от всего многообразия его эмоций, переживаний. Основной его работой Фейербаха является сущность христианства. Разгадку веры, пишет он, нужно искать в глубинах человеческой психики. Поэтому психологию религии надо дополнить антропологией религии. Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма материалистов-просветителей был анализ не феномена религии, а корней религии, выявление ее оснований в чувствах человека. Человек на протяжении всей истории чувствует свою ограниченность, конечность, беспомощность и бессилие по отношению к неподвластным ему силам природы и общества, которые определяют его существование. Он чувствует зависимость от них, но Фейербах против того, чтобы в основу чувства религиозности положить чувство страха. Это чувство включает в себя также и упование на лучшее, и надежду на освобождение от опасностей, и восторг, преклонение, благодарность. Выдающееся значение Фейербаха не ограничивается его вкладом в историю атеизма. Не меньшее значение имеет его вклад в историю философии. Начав свою философскую деятельность как сторонник Гегеля, он решительно порывает с гегельянством. Идеализм с неизбежностью возвращает философию к давно изжившему себя принципу, что философия – служанка богословия. Проглашение этого тезиса – огромная заслуга Фейербаха. И вот смотрите, какие наступают в философии бурные времена. Фейербах, который был, считается, учеником Гегеля, отказывается от идеализма гегелевского и переходит на материалистические позиции. А за ним и Маркс и Энгельс под влиянием Фейербаха. Причем они везде говорят о том, что они под влиянием, если они его и критикуют, только потому что его уважают. Они так и говорят, что мы, говорит, критикуем, потому что это единственный человек, с кем можно посчитаться, как с крупным философом. А вот всякие пигмеи, они не заслуживают такого внимания. Но что характерно для философии Фейербаха? Фейербаховский созерцательный материализм. То есть он отражает мир так, как отражает мир озера, так, как отражает мир зеркала, так, как отражает мир любая лужа, вот, которую сейчас вы видите, когда идете весной 1 марта сюда. Правильно отражает. Птица летит, она птица отражается в воде. Если на солнце на небе, это солнце отразится в воде. Если вы наклонитесь, себя увидите там. Поэтому сводить философию только вот к этому – только к отражению мира, это значит не брать вот то, что характеризует именно человека, его миссию преобразующую, когда он преобразует природу и преобразует самого себя, преобразует человеческое общество. И вот это
обстоятельство, то, что Фейербах не взял у Гегеля того, что у Гегеля есть, вот эта вот деятельность человека, эта сторона абсолютной идеи, побудила и Маркса с Энгельсом покинуть точку зрения Гегеля, перестать быть младогегельянцами и превратиться в материалистов. То есть мы подошли вот к такому моменту, когда появился уже современный материализм. А какой материализм является современным? Дело в том, что Маркс и Энгельс не отторгли Гегеля, не выкинули Гегеля, не растоптали гегельскую философию, они ее сняли. Категория снятия философии означает отрицать с удержанием. Вот если вы, но у вас есть учителя, но вы же не учителя, они ваши учителя, вы их ученики, вы по их идете дальше, то вы тем самым отрицаете своих учителей. Но отрицаете их, вбирая в себя то богатство, которое вы от них получили. Правильно? Вот так поступили и Маркс с Энгельсом. Они, отвергнув, так сказать, идеалистическую философию Гегеля, а именно отвергнув созерцательный материализм Маркса и вобрав материализм у Маркса и вобрав диалектику Гегеля, что они получили? Материализм диалектический, то есть преобразующий. Всего выбор для философов очень невелик. Философия делится на идеализм и материализм. Идеализм может быть диалектический, как у Гегеля, или метафизический, как у всех остальных, почти, кроме там того же Гераклита. А материализм тоже может быть либо созерцательный, фейербаховский, либо диалектический, как у Маркса и Энгельса. И если бы Маркс и Энгельс на этом остановились, то они бы, как бы, ну вот, можно сказать, симбиоз сделали бы из двух теорий – Гегеля и Фейербаха. Они пошли дальше, они стали применять диалектический материализм к обществу. А если применить диалектический материализм к истории, что получится? Как история – это развитие общества, правильно изучать? Что будет, если применить диалектический материализм к развитию истории? Ну, если применить идеализм к изучению истории, будет исторический идеализм. А если применить материализм диалектический к истории, будет исторический материализм. И все на этом. Никаких других вариантов нету. То есть нельзя, скажем, выступать против исторического материализма просто. Значит, тогда надо вступить на позицию исторического идеализма. У нас вот много, в том числе и у нас в Институте философии, много философов, которые не придерживаются исторического материализма. Я им как-то предлагаю, ну вы встаньте так и гордо скажите, я исторический идеалист. Стесняются. Как-то вот я и не видел ни одного, кто бы вышел и сказал, а я исторический идеалист. Одеваться тут просто некуда, потому что если вы не применяете материализм, или применяете старый материализм, там, созерцательный, отсталый, то вы не получите диалектического материализма и не получите того нового, что дали Маркс и Энгельс. Какой следующий шаг сделали Маркс и Энгельс? Они, применив к истории, показали, что буквально вот изучать историю, руководствуясь только диалектическим материализмом, нельзя, потому что нужно еще вот учесть особенность как бы решение вопроса о материализме и идеализме применительно к обществу. Вот. И провозгласили такой тезис, что общественное бытие определяет общественное сознание. Есть общий философский тезис, что материя первична, сознание вторично. А здесь речь идет не о сознании вообще, а об общественном сознании. И сказать, что вообще общественное сознание определяется просто материей, ну, это будет неверно, вот, скажем, нельзя, потому что вы носите или что вы употребляете на завтрак, до обеда, на ужин, вывести из этого сознание, правильно? Потому, почему? Потому что человек есть продукт обстоятельств воспитания, а эти обстоятельства изменяются самими людьми.
Поэтому вот тезис, который был превращен или был положен в основу исторического материализма, это тезис о том, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. Вот наиболее четко, наиболее красиво и последовательно это проведено в работе Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». А что такое производство непосредственной жизни? Это, во-первых, производство человека. И на первых порах человеческой истории кровно-родственные отношения играли решающую роль. В течение всего первобытно-общинного коммунизма, а потом посмотрите передачи по наследству всех всяких титулов и богатств по наследству, по принципу родства. И поэтому, скажем, цари свое царское дело передавали по принципу крови. У нас есть подобное сейчас что-то? Кажется, что нет, казалось бы. А с другой стороны, в связи с тем, что мы в России сейчас имеем буржуазный строй, а при буржуазном строе господствует частная собственность, а частная собственность передается по наследству. И вся экономическая власть на сегодняшний день передается по кровно-родственному признаку. Вот вы очень хороший, у вас прекрасные качества, вы отлично будете специалист, а у меня свой есть сын, и все. Ничего вы не получите. И будете в нищете, а он будет процветать. Так? Это раньше говорили, что вот может ли дослужиться до генерала, сына генерала? Может, а до маршала? Нет, у маршала свой есть сын. А тут может ли стать капиталистом? Так сразу не станешь. А вот сын капиталиста в раз становится капиталистом, еще он, так сказать, во владенчестве. Ну, Энгельс, кстати, он же сын капиталиста, он стал фабрикантом, поскольку папа был фабрикантом. Папа умер и стал фабрикантом Энгельс, и он спокойно финансировал работу над книгой «Капитал» Карла Маркса. То есть кровно-родственные отношения колоссальное значение сейчас имеют, потому что через них передается посредством их вся экономическая власть. А кто имеет экономическую власть, может обеспечить себе выборную кампанию, в том числе по одномандатному, по принципу одномандатных выборов. Да? Что для того, чтобы выиграть одномандатные выборы, что нужно делать? Денег надо иметь много, на них можно нанять студентов, чтобы они подписи собирали, нанять достаточное количество агитаторов, достаточное количество сделать телевизионных выступлений, достаточное количество повесить стендов, завесить весь город, закидать весь его листовками, если у вас есть деньги. Ну, как говорил у нас на экономическом факультете был профессор Ященко, деньги есть, Иван Петрович, денег нет, паршивый сволочь. Ну, нет у вас денег, значит, не пройти вам в Думу. Вот и все. А если папа у вас есть, капиталист, он вам даст деньги, вы пройдете. А как пройти, я вам объясню. Сейчас я объясняю. Прихожу я, допустим, к товарищу Зюганову, и говорю, вот люблю я вот вашу партию. Я узнал, что у них более дешевый проходной путь. Вот хочу я вашей партии помочь. Могу я помочь? А вы знаете положение закона о выборах, позволяет каждой фирме, каждому капиталисту, если это не иностранный капитал, если там нет иностранного капитала в этой фирме, сдавать фонд. Я это хорошо знаю, потому что я был дважды кандидатом, один раз кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу в 89 году, и второй раз был кандидатом в Государственную Думу. Открываешь счет, и каждый может, что-то мне никто не... Вот вы тогда не были, наверное, этим капиталистом, и тогда мне никто и ничего-то никуда не принес на счет, не положил. Но руководство партии кое-что туда положило, и я на это выпустил газету. И вот сколько нужно денег, чтобы... Сколько я должен, какую помощь оказать вашей партии, чтобы
прошло 10 депутатов. 10 кандидатов прошли в депутаты. Но он говорит, ну сколько? Ну, из расчета 3 миллиона примерно долларов на одного. Ну, 12. Отлично. Ну, значит, я вам даю 12 миллионов долларов. Бац, и на счет. А какие у вас? Еще какие-то условия есть? Да нет никаких условий, люблю я вашу партию. Но единственная просьба есть, вот чтобы из этих 10, вот один был я. Это возможно? Да нет, конечно. И вот товарищ Зюганов, условно говоря, он, а хотите кто-нибудь другой? Есть еще «Справедливая Россия», есть еще ЛДПР. Приходит он на заседание своей партии, говорит, вот один товарищ любит нашу партию. Оказал помощь, 12 миллионов. А мы можем, так сказать, если человек так любит нашу партию, почему бы нам не взять в список кандидатов его? Это же бескорыстные у него любые. Бескорыстные. И взяли, поставили в список. И вот я наблюдал эту картину на практике. Идем мы в Государственной Думе мимо кабинетов. А со мной идут докеры наши, значит, из правкома докеров. С первой севидорной компании, у которой товарищ Южилин. Брат депутата Госдумы является хозяином. И вдруг они смотрят, написано, Южилин, это его братец как раз, капиталист крупный. Южилин, фракция Компартии Российской Федерации. Для этого же не надо быть членом партии. По списку Компартии, а членом партии, не писать. Там дешевле. Можно и по Единой России пойти, но там дороже. Вы думаете. То есть вот, когда начинаешь думать об этих вот исторических вещах и параллелях, то становится ясно, почему надо знать эту историю. Потому что иначе не поймешь, что это повторяется сегодня то, что было давным-давно. И вот это самое всплывшее старье показывает, что это не вперед ведь продвижение. То есть лучшими становятся, вот как начало было капитализма, это лучшие организаторы производства. И это инженеры, и это ученые, изобретатели становились предпринимателями, создавали предприятия. А эти что? Потому что папа у меня. Почему я король? Потому что у меня папа король. А почему я капиталист сейчас крупный? Потому что у меня папа был крупный организатор производства. А я сын этого папы. Вот и все мое достоинство. Какой я при этом буду? Совершенно не важно. А как работать? Зачем мне знать, как работать? Вот идите ко мне, генеральному. Идете? Все, сколько надо вам в месяц? А? Тысяч? Я с вами даже и разговаривать не хочу. А вы за план сколько нам? Миллион. Миллион? Да ну что это? Ну как-то слабо. Несерьезно. Вы, наверное, завалите работу. А вы сколько требуете? 10 миллионов. Вот этот человек, будем с ним иметь дело. Значит так, условия мои очень просты. Каждый, я сейчас уезжаю на острова, так, на Гавайи. Значит, вот вы мне раз в неделю будете сообщать, какая у нас прибыль. Вот если прибыль у нас будет все время 10% от капитала, так, если это не будет снижаться, вы будете получать 10 миллионов в месяц. Как только один месяц не получится у нас такая доля, вы больше не генеральный директор. Запомнили? Все. И больше меня, что вы там делаете? Как? Это все вы должны. Вы непосредственно генеральный директор, приказы, организация производства. Мне это, только мне голову не занимайте. И советоваться со мной не надо. У меня очень простое решение. Как только будет меньше, чем 10%, все, вот его беру. Но только вы не позорьте меня с этими своими такими. Ну что, миллион, ну-ка. Ну сразу видно, что вы не тянете. Ну что вы, ну как вот миллион? Что за нищета вообще, я не знаю. Ужас. Вот человек, я понимаю. Он готов. Ну а как сейчас? То есть это вот кровнородственное... Отношения, они приводят к тому, что все тормозится. Но кто у нас вот из каких-то крупных вышел, изобретателей, организаторов производства, вот они уже прославились, как Форд. Форд же что делал? Делал чистые стены везде, чтобы была культура производства. Повышал зарплату рабочим, из-за этого с ним судились. И везде применял технические новшества. И если, говорит, чтобы деньги не уходили, сделали
производство мяса и овощей. Пусть они покупают, и деньги опять сюда придут. Ну, я, говорит, не буду же делать 50 коров. 200 коров надо, чтобы можно было сделать механическую уборку, механическую, так сказать, автоматическую поилку и так далее, чтобы я мог применять технические достижения. И вот я не буду работать для богатых только, делать автомобили. Почему? Потому что если я буду только для богатых, я буду работать для капризов этих богатых. А я буду делать для всех. И тогда я смогу применить технические достижения, потому что я инженер, изобретатель. И что, он пострадал от этого, Форд? Что, у него мало стало миллиардов от того, что он так себя вел? Нет, но он был действительно человек, который двигал вперед организацию производства. Он, конечно, эксплуататор. Но эксплуататоров много, а организаторов производства мало. Очень мало. Кого вы назовете из современных российских капиталистов крупными организациями производства? Что-то да, они даже и не доказывают. Они получили какие-то большие куски народного достояния, и так вот это тихонечко их проедает. Хорошо, если это не падает назад. Вот. Так что, конечно, вот в этом смысле, вот то, что было характерно для первобытно-общинного строя, кровнородственные отношения, это связано с тем, что вот производство непосредственной жизни, а потом на первый план в связи с развитием производительности труда и средств производства, о чем мы с вами вели беседу на прошлой лекции, на первое место вышли не кровнородственные отношения, а производство материальных благ. И с этого времени и то, и другое влияет, но производство материальных благ является решающим. Поэтому вот это вот тезис производства непосредственной жизни является определяющим для общественного сознания, превратилось в то, что оно просто производство материальных благ является определяющим для общественного сознания. Отдельный человек есть продукт обстоятельств воспитания. Кто на вас повлиял, кого вы встретили, кто вас воспитывал, кто ваши родители и так далее. В каких обстоятельствах вы находились и так далее. А если речь идет об обществе в целом, то если это рабовладельческое общество, какая там господствует идеология? Надо думать тут, долго думать. В рабовладельческом обществе какая идеология господствует? Идеология рабовладельца. Чего тут думать? Кто спрашивает этих рабов, что они думают? Они вообще не люди. Они говорящие орудия, правильно? Все. Ну а какая идеология господствует в феодальном обществе? Феодальные. Ну вот феодалы, они же не за прибылью гнались, а за красотой. Хотели хорошей, красивой жизни. Вот они красивые дома построили всех. Это все же построено при феодализме, красивое такое. Уже если возьмете вы буржуазный строй, ничего особенного там и не построено. Ну потому что если хотел я все на всем экономить и получить большую прибыль, то старался, так сказать, ну вот лишь бы сделать, а вот главное прибыль получить. Нет, а у... у помещиков, у феодалов надо было заказать, вот сделать такие дворцы, как Таврический дворец. Ну, Екатерина его подарила Потёмкину. Ну, так она знала, что подарить. Смотрите, какой подарок хороший. И он и тогда годился, потом был университет марксизма-ленинизма, потом там был еще раньше первый конгресс Коминтерна, сейчас там ассамблея стран СНГ, и сноса ему не будет. Он так построен, что он... Вы видели, чтобы он ремонтировался? Никто и не видит, и не знает. А зачем его ремонтировать? Он сделан хорошо. А посмотрите, Исаакиевский собор, что сильно его ремонтируют? Нет. Ну, там какие-то наверху небольшие работы ведут. Ну и теперь, исходя из того, что общественное бытие определяет общественное сознание, какое сознание у нас в нашем обществе сейчас? У большинства? Ну, общественное бытие у нас какое? Буржуазное? Значит, сознание какое? И сознание буржуазное. А если честный выбор произвести, кто победит? Честный, только честный я. Ничего, никаких махинаций. Все честно. Как кто победит? Это же вот по-честному я вам рассказывал, что я вот могу дать деньги, и они пойдут в фонд вам. Это же все по-честному. Могу я вообще не приходить, просто раз вам послал на счет, и все. Это все по-честному. Поэтому эти люди, вот наивные, вот мы, как люди, немножко разбирающиеся в этом с вами, ну просто можем улыбаться по поводу этого, начинает такой крик, о, это нечестно,
Ну, давайте вам прозрачный. Сделали прозрачный? Хотите, запись всего будем делать? Ну, ребята, ну это вот то, что по телевизору показывали из месяца в месяц, то в головах. Чего тут непонятного? У вас есть телевизор? А телекомпания есть у вас? Нет. Ну, раз у вас нет, так вы господствуете не то, что у вас, что вы смотрите, а то, что показывают. А вы смотрите то, что показывают, то, что другого нет. Вот и все. Вот это, например, Гегель до этого не дошел. Во-первых, он идеалист. Во-вторых, это, так сказать, очень крупный шаг. Это не просто материализм, это еще и не просто диалектический материализм, это исторический материализм. Вот у него есть такая книга «Философия права». А у Маркса есть критика гегельской философии права. Насколько блестящая вот, наука логики, настолько же какая-то жалкая книга – это «Философия права», потому что там отдельные такие яркие правильные мысли, а в целом глупость. И получается, что идеалом вообще государства является прусская монархия. Гегель это доказывал в своем произведении. Это человек, который вот такой революционный шаг сделал в области диалектики. Вот это великое достижение еще пока не освоено, даже некоторые его и не понимают. Говорят, что бытие определяет сознание. Это вообще неверно. Такого нет, тезиса вообще нету. Вот бытие первично, материя, материя первична, сознание вторично – это вот ответ на основной вопрос философии. А вот то, что бытие определяет сознание, совершенно неверно. Сознание отдельного человека определяется тем, какие у него были обстоятельства и какое было воспитание. И это, вот, пожалуйста, декабристы, у них какое было бытие? У декабристов дворянское. А какое сознание? Ну, буржуазное, скажем так, революционное у него было сознание. Они буржуазные революционеры. Они против крепостничества выступили. Ну, как можно из бытия выводить сознание? А вот общественное бытие, какое было тогда, феодальное, оно и проявилось в общественном сознании. Казнить их, декабристов. Ну, не всех казнили, часть сослали и так далее. В этом проявило себя вот, то, что общественное бытие определяет общественное сознание. Ну, тут такие есть сложные такие проблемы, связанные с тем, что вот, вот, допустим, после революции, которую отмечают в этом году, 100 лет, после революции что получилось? Власть рабочего класса, а экономика буржуазная. Как тут с этим тезисом общественное бытие определяет общественное сознание? На самом деле класс, который стоит у власти, это сила не только политическая. Класс – это же понятие экономическое. Классы делятся по положению в производстве. Точно так же, как вот после того, как уже освободили крестьян, а феодалы-то не пропали. Они превратились в землевладельцев. А землевладелец – это прямо от слова феод. Феод – это земельный участок. Феод – феодализм. Землевладельцы. И они этими землевладельцами были до самого февраля 17 года. Вот когда у них это отобрали, да, все. Тогда у власти стала буржуазия. И был такой классический период буржуазии у власти, и буржуазии в экономике господствует, она и в политике. А вот потом пришли большевики, и что получилось? В политике господствует вроде рабочий класс, а в экономике буржуазия. Так что тогда, значит, пропадет все с точки зрения тезиса первичности, с точки зрения того, что общественное бытие определяет общественное сознание. А дело в том, что если класс у власти, он же коренится даже в капиталистическом производстве, его экономические интересы, его устремленность к тому, чтобы убирать классы, уничтожать классы, она вытекает из чего? Из его положения в капиталистическом производстве. Его интересы не меняются от того, что меняется власть. Вот он и до взятия власти был могильщиком капитализма, и тем более после взятия власти. Просто у него позиции усилились за счет власти. И, следовательно, дальше преобразования пошли к тому, чтобы его интересы стали господствующими, а для... и преобразована была бы экономика. И получилось, что экономика тоже стала коммунистической, а не только интересы, там, представления, взгляды, идеи и так далее. То есть вот на этом месте мы с вами там остановились достаточно обстоятельно, подробно, потому что это такой вот переломный момент, сразу грандиозные такие открытия в области понимания вообще мира и понимания истории. Во-первых, эпоха идеализма, господство идеализма меняется, и очень быстро меняется.
на эпоху, в которой господствует материализм. Ну и, как известно, буржуазия, пока она была прогрессивной, она не противостояла материализму, правда? И она вовсе не склонна была сливаться с религией, с церковью, потому что какие идеалы были идеалами французской буржуазной революции? Отделение церкви от государства, отделение школы от церкви, а сейчас мы наблюдаем прямо обратное движение на глазах. Ну, это видно, что люди еще и неграмотные, кроме всего прочего. Ну, вы как-то так не позорите себя-то. Буржуазия должна хоть себя вести прилично, но быть достойно. Мы же не призываем ее быть коммунистами, правильно? Давайте призовем буржуазию быть буржуазией. Но если вы за буржуазное государство, так не смешивайте его с религией. А то у вас только вы сольетесь с православными, сейчас придут свидетели, я говорю, скажут, а мы, а мусульмане, скажут, а мы. А в синагогу почему бы не пришли? Почему пришли только сюда? Вы же государство общее для всех. А почему вы вот в синагогу не заходите? Ну, наденьте что-нибудь на голову, да идите в синагогу. А кто такие, которые стоят в этой церкви со свечками? Это кто такие? Как их назвать? Подсвечники? Что, вы верите, что они 50 лет или 60 не верили, вдруг уверовали? Как только они поизменилась, так сказать, власть. Ну, это же смешно. Скажем, поп растригал, он как пользуется уважением в церкви, если поп был верующий, верующий, потом стал неверующим. И тут также, если был неверующий, неверующий, вдруг стал верующий. Но то, что он подсвечником стал, это мы видим. Но это же не значит, что нужно видеть. И вот здесь такое усердие проявлять. Давайте будем, значит, это вот передавать, отдавать церкви одно, другое, третье. Что это такое? Кто создавал-то? Ну, кто строил? Давайте Монферрану отдадим. Вроде он строил. Но Монферран-то знал, что строили это не Монферран. Монферран архитектор был, а строили-то трудящиеся. Ну, трудящимся отдайте. А что, вы отнимаете у трудящихся, отдаете тем, кто никак не участвовал в этом строительстве. И деньгами в том числе не участвовал. И в чем вообще необходимость была? Вот сейчас затеяли очередную бодягу. Народ волновать по поводу этого Исаакиевского собора. Ну, стоит себе и стоит. Все было нормально, тихо и хорошо. Вы что-нибудь бы сделали с экономикой хорошей, еще что-нибудь продвинули. А вот очередной шум. Это в конце концов не так важно, к чем это закончится. Но просто это говорит о том, что людям нечем заняться по-серьезному. Своей экономикой не занимается. В экономике роста нету. Вот занимается передачей того-сего. Гоняет один и тот же мяч. От этого не прибавляется у нас материальных благ, от того, что эти блага из одних рук переходят в другие, правда? Или одни здания переходят в другие руки. Вот. Ну и что касается вот этого открытия, исторический материализм, о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, если бы у нас это проникло, во всяком случае, в умы, никаких бы иллюзий такого рода, что сейчас мы победим на выборах и все изменится, ну не было бы. Но такие иллюзии могли быть у тех людей, ну, вот, которые делали революцию в 1917 году. Нет, конечно. Как можно думать, что на выборах... Вот вы, если сядете рядом с наперстничниками, вы будете, кто выиграет там? Ясное дело, они выиграют, а вы проиграете. Ну, а на выборах кто выиграет? Хорошо, давайте вот я... Если у меня есть деньги, мои плакаты будут вон там вот. Вы красивее и моложе, вас никто не увидит. А вот моя команда, вот эта, я им всем плачу по 5 тысяч в день, они будут ходить и все ваши портретики зачеркивать, или штамп на них ставить, или срывать. А мои будут красочные, вот там вот ходить будут люди со стремянкой, все это клеить. И по телевизору у нас есть, мы разделим, нам бесплатное время дают, вам столько же, сколько и мне, а мне столько же, сколько и вам. Но я еще прикуплю 150 раз больше времени, буду там излагать. Видели, я на лекциях излагаю свободно. Вот я буду доказывать, что вы не правы, и жизнь ваша не та, и сами вы не та, а я тот, кто нужен народу и так далее. А вас никто и не услышит, и не запомнит фамилию вашу. Ну, так или не так? Тем более я участвовал, я знаю, как это делается. То есть вот это очень крупный тезис, это надо усвоить. И вот мы подошли уже, это, мы все занимались, так сказать, историей, и мы уже подошли уже к современной философии. Вот современная философия, считай, начинается с Гегеля, с Фейербаха,
Маркса, Энгельса и Ленина. Вот это современная философия. И что здесь выделяется? Здесь выделяется А. Диалектика, Б. Материализм, В. Исторический материализм, который состоит в том, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни, а в этом производстве непосредственной жизни все начинается с производства человека, его рождения и воспитания. Это все остается, это никуда не девается, но на первое место по значению, по весу, по влиянию выходит производство материальных благ. И вот какова форма производства общественная, такова и форма общественного сознания. Это не значит, что в общественном сознании нет противоположной точки зрения. Противоположные точки зрения присутствуют. Они всегда и были. Правильно? При рабовладении был Спартак. При феодализме был Степан Разин, был Емельян Пугачев. Но, кстати, им не выбраться было из этого мировоззрения, потому что и что они хотели установить, какой строй, какую власть? Доброго царя. То есть они вышли за рамки буржуазного миросозерцания, феодального миросозерцания, не вышли, и выйти не могли. Ничего созидательного в этих вот восстаниях-то не было. У них был протест против нещадной эксплуатации, угнетения, но что могли предложить тогда вот эти самые вожди крестьянских восстаний? Позитивная их программа сводилась к тому, что будет царь добрый. А был сейчас плохой. Вот придет добрый царь, будет лучше. Наконец, если мы двигаемся дальше, вот уже в нашу эпоху, то здесь уже весь вопрос стоит по-другому. То есть тот класс, который хочет избавиться от буржуазного строя, он не должен рассчитывать на те инструменты, которые созданы для сохранения и укрепления этого строя. Вот, скажем, инструмент парламентской демократии – самый надежный и самый верный способ сохранить буржуазную диктатуру. Так? Есть исключение из этого правила? Чтобы когда-нибудь путем выборов кто-нибудь, другой класс пришел к власти. Слышали такое, нет? Никто не слышал, никто не видел никогда, и тем не менее наивно верят в то, что это возможно. Сейчас пройдут выборы, и будет другая власть. Другие люди будут, это да. Но власть-то какого? Класс, вопрос о классе стоит. Какой класс будет? Тот же самый. Путем голосования. Ну а вот революция, которую мы отмечаем в этом году, революция 17-го года, октябрьская, она что, была получена путем голосования в парламенте? Нет. А большевики, так, хорошо была организована, хорошая, достаточно крупная организованная партия. Ну и сколько они набрали при выборах в учредительное собрание, какое место? Первое или второе? Не первое. А? Не первое. Не первое, второе. Ну, это не, ну говорят, вы давайте берите власть, вот, берите в парламенте большинство, и тогда берите власть. А Ленин говорит, нет, мы сначала возьмем власть, а потом на свою сторону привлечем большинство народа. Есть такая работа, выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата. Вот в ней этот вопрос специально обсуждается, что нам говорят, вы давайте сначала проголосуйте, а если получите большинство, так мы, говорит, как же будем голосовать, когда все определители воли в руках противоположного класса, мы никогда тут не получим. Вот мы сначала проведем перевыборы в советы. В советах у нас будет большинство, в целом ряде советов большевиков. Вот советы Северного фронта, Москва, Петроград, в них были в большинстве большевики. Вот мы возьмем власть, причем власть мы возьмем не себе, а передадим совету. Какому совету? Второму съезду советов передали. Тут же власть. Специально приурочили восстание к этому съезду. И власть стала советской. А вот дальше объявили декрет о мире и привлекли всех, кто против войны. Дальше декрет о земле и привлекли тех, кто добивался, чтобы землю разделили по едокам. Эсеры говорили, а реализовали большевики.
Так, рабочий контроль ввели, рабочие, так сказать, получили влияние на предприятиях и стали готовиться к национализации. Ввели 8-часовой рабочий день, о котором столько было разговоров, явочным порядком многие вводили, ни за что не хотело временное правительство. Так и было, вот как в 1897 году был установлен предельный уровень 11,5 часов. Вот такой рабочий день был и сохранялся в России. А вот большевики установили 8-часовой. После этого, как ни пытались противоположные классы отобрать власть, ее невозможно было уже отобрать, потому что на стороне тех, кто провел такие преобразования, было большинство народа. То есть в этом смысле глубокий демократизм был по существу. Кто выразил интересы громадного большинства своей политикой, не голосованием, билетиками, как говорил Ленин, а своей практикой, политической деятельностью, выразил интересы большинства, тогда на его стороне оказалось большинство народа. И вот это большинство народа проверялось потом в гражданскую войну. Кто воевал в гражданскую войну? Из кого состояла Красная Армия? Ну, ядро рабочих, а дальше мелкая буржуазия, крестьяне. А Белая Армия? Ядро белогвардейцев. Они не очень-то старались воевать сами. Помещики, наверное, и капиталисты не очень-то брали в руки оружие. А вот, так сказать, там опять мелкая буржуазия, крестьяне. Ну и те крестьяне, которые за большевиков, победили тех крестьян, которые против большевиков. Вот, собственно, итог гражданской войны. Так? То есть этим проверялось, кому, кто в какой мере завоевал на свою сторону большинство народа. Военные пошли служить большевикам, самые крупные, самые способные, потому что это, говорит, правительство национальное, а это антанта. Это чужие, а мы военные, мы в политике не собираемся там примыкать к какой-то партии. Есть вот правительство российское, оно во главе с Лениным, мы, значит, за них будем. Есть такая книга Бушкова «Красный монарх», и еще есть книга «Ледяной трон» у него, это про Сталина, две книжки. Сам он автор исторических и фантастических романов, 50 тысяч тираж этих книг. И вот в этой книге он показывает, что почему военные шли к большевикам на службу? Потому что военные, как патриоты, говорят, мы, русские военные, будем русскому правительству служить. Не будем служить вот этому самому иностранному правительству или поставленному иностранному правительству. И поэтому сравниваются уровни, насколько, так сказать, крупные чины, наиболее крупные чины, наиболее способные военные руководители оказались в Красной Армии. А большевики, которые проводили принцип, что чиновники должны получать не выше зарплаты рабочего, они по отношению к буржуазным спецам, в том числе военным, отказались от этого принципа, пошли на уступку и платили им по старым меркам. И поэтому вот, так сказать, эти буржуазные спецы, красноармейцы и большевики победили вроде бы культурных, вполне образованных белогвардейцев. Вот такова картина этого дела. То есть, если мы будем применять диалектический исторический материализм, тогда вот эта философия, уже новая современная философия, она будет нам служить инструментом, позволяющим объяснять те крупные исторические события, которые произошли уже в течение 20-го и происходят сейчас, в 21 веке. Ну, давайте на этом мы наше занятие на сегодня закончим. Да. Спасибо за внимание. Спасибо.